И теперь мы сейчас начнем технику преобразования сухожилий. То, что мы называем железная рубашка второго уровня. The whole tendon changing is depending a lot on the toes. And the whole body muscle are turning. Okay. Так, и в этой технике здесь большей частью мы работаем, начиная, как бы движение идет от больших пальцев ног, и мы напрягаем все сухожилия. The whole thing is in the twist. И все основано на скручивании, на вращении. When you so in the formula we call in the curve. Here I curve. Так, это вот как бы внутреннее, как бы. I try to make it straight. И я пытаюсь это вот делать прямым. I get the power. И здесь я тогда формирую силу. If I straight, а если я просто вытягиваю. I have no power. Здесь в такой форме движения нет силы, нет силы. Okay. So you see, when I twist my tendon. И когда я скручу свои сухожилия. And I try to, I twist. Я скручу. And I try to make it straight. И я как бы вкручиваю, пытаюсь распрямить. And I feel very, very tight pulling on the tendon. И тогда я чувствую очень сильное такое вот как бы натяжение в своих сухожилиях. And that's the whole theory. Это вот практически вся теория. Now. We have a lot of tendons in our body. Дело в том, что в нашем теле огромное количество сухожилий. Tendon, ligament, tendon, ligament, all over. То есть практически везде эти есть сухожилия и связки. The whole problem is how can we make them? How can we make them connecting all together? И единственная проблема, которую нам нужно решить, это вопрос, как все эти сухожилия сделать как бы едиными. Если я вот так расслаблю, all the tendons are loosened. Дело в том, что все сухожилия расслаблены. And the bone are separate. И все кости как бы разделены между собой. There is no connection. И поэтому между ними как бы нет связи. When I twist, и смотрите, when если I я скручиваюсь, like вкручиваю так вот. Раз. When it feels like this, и вот так я кручу. I get the twist. See, the twist is a lot of in the wrist. So you say you hold your. So there are two forces here. Вот здесь смотрите на ладони, здесь как бы две силы образуются. And you turn. Вот видите, я как бы вращаюсь. So you hold and you turn. This is one. Я force. Как бы держусь и вращаю, удерживаю, вращаю. Now you hold your elbow. А если здесь удерживать? And you turn. И вот так поворачивать. This is another force. Это образуется вторая сила. So we call twist force. Это называется как бы противодействующей силой. Like in this bottle. Действие противодействия, да, в этом смысле. If I only do like this. Смотрите, если я вот так делаю, я пытаюсь открыть бутылку, ничего не получается. I can do for very, very long. I can open this bottle, right? И пройдет достаточно долго времени, и я все равно не смогу эту бутылку открыть таким способом. You think that silly or not? Видите, как, да? I keep on like this. I cannot. I want to. Да, достаточно глупый способ открыть бутылку. Достаточно глупый. Whatever. А что происходит? Why? Почему? One. Only one force. Да потому что только одна сила применяется. You have no double force. Дело в том, что у нас нет той twist. Второй силы, нет скручивания. Twist. Посмотрите кисть. So I hold here and I twist. Я здесь удерживаю и вращаю. It's just like I hold here. Я вот смотрите, so удерживаю, hold, и я как бы тренирую свой ум, как бы здесь hold, удерживать и вращать. Здесь удерживать и вращать. И получается теперь двойная сила. Now you expand the shoulder, а теперь расширяю руки. Видите, как я расширяю? So здесь. Screw, exactly like screw. Это просто подобие вот обычно, как мы вкручиваем что-то, как штопор okay. Или как любую вот болт. That is the whole secret of the whole thing. Это вот как бы секрет всех вещей. Force. Потому что это спиральная сила. Now, you give this bottle to animal. И вот если вы дадите эту бутылку животному, как animal, look at it. Да, вот животное будет так смотреть. You know the water inside, eh? Но она вот видит воду внутри. I don't know what you do. Но она вообще не будет так, что с этим делать. Раз, и единственное, что она сможет делать, это вот делать так вот, как мастер там показывает.
Even monkey still cannot open a bottle very well. Да даже chimpanzee still cannot open. Даже шимпанзе не может хорошо научиться открывать бутылки. But when we know it, one fast, two fast, that's it, simple. А когда вы это знаете технику, раз, вторая, все, раз, и очень легко и просто открывается бутылка. You see? Почему? One. Раз. One fast this way. Одна сторона в одну сторону, другая против, в другую сторону. То есть, I open it. И они открываются. Now, the harder thing for you here is. А самая сложная вещь для вас. How can you hold the wrist and you twist? How can you hold the elbow and you twist? That's it. Единственная вещь, которая будет вам сложно научиться, это то, что как удерживать руку в этой точке и вращать, как удерживать локоть в этой точке, но одновременно и вращать его. Вот это самое сложное. So that's why we need a lot of twisting. Вот почему у нас очень много здесь таких вкручивающих движений. Twist. Эти вращения такие идут, скручивания. Then, when you twist, вот эти вот мы все так делаем. You get a power. У нас возникает сила. Here. Здесь. Connect to here. Здесь соединяем. This jaw connect. Видите, какое это здесь соединение? The wrist connect to the bone. С ладонью. The elbow connecting to the arm here. The shoulder connecting to my scapula. С лопаткой. Все эти части как бы объединяются, эти кусочки. And when I push my spine. Поэтому мы толкаем вот спиной. My whole spine connect. И вся спина становится, она как бы единая, связанная. And when I get on my toes. А если я еще стою на большой пальчик, my power connect. То мы, все образуется как бы связано с силой, образуется единая линия силы. So the answer qigong to the whole formula actually only about six form. И весь цигун второго уровня, он включает в себя всего 7 формул или 7 движений. The form force you to only work on the tendons. И видите, все формы учат вас, как работать вот с сухожилиями. Okay? Not muscle. Но не мышцы. So you cannot use muscle. Вы не должны использовать мышцы. So the whole formula. So we're gonna go one by one. И мы начнем эти формулы разучить одну за другой. Последовательно. Сухожилия. And the heart. Сердце. And the heart. And the tendon. So first thing, we have this form. И вот мы будем связывать эту форму, соединять все. Как бы сердце и сухожилие. The eye. Глаза. The heart. Сердце. And the palm tendon. И руки, сухожилия рук связаны. Это единая структура. So we're going to listen to the heart first. Сначала мы вначале послушаем свое сердце. So you listen to the heart. Слушаем свое сердце. And you're happy. И чувствуем вот это внутри такое расширяющееся движение сердца, пульс. But this one is slower than the heart. Но это такое движение немножко медленнее, very чем сердце gentle, бьется. Very gentle, очень when мягко. The heart pulsing, ощущение, что вот сердце у вас в руке как бы бьется. This all heart control all the tendons. Дело в том, что сердце контролирует все сухожилия в нашем теле. And the eye. И глаза. When you open your eye, если вы открываете heart глаза, heart, смотрите. Открываем и закрываем. I open it very much. Открывать, расширять глаза, because это очень важно. The whole movement like this. You see, like the first movement. Смотрите, первое движение. When I open my eye. Когда мы раскрываем глаза, когда я раскрываю глаза и расширяю свои пальчики. I get a power. У меня возникает сила. I loosen. Я расслабляю. The tendon power loose, the palm contract. И все сжимается. When my eye open. Я опять расширяю глаза. And release. И расслабляюсь. Okay. So the first thing we have to do is we listen to the heart. Итак, первое, что мы будем делать, это слушать свое сердце. And feel the pulsing. И чувствуем пульсацию. So the pulsing we call like this. Смотрите, пульсация идет таким образом. Смотрите. The eye open. Глаза раскрываются. Just listen to your heart. Просто слушайте свое сердце. Move your hand first. Smile to your heart, feel your heart pulsing. Boom. Улыбаемся сердцу, чувствуем, как возникает внутри сердца пульсация. Now, let your heart pulse, and your eye open, and your fingers spread out.
И вот и соедините как бы эту пульсацию сердца с расширением глаз и расширением рук. Eye must open. Глаза должны быть раскрыты. Bring your eye, and when you open your hand, you together with the eye open. Соедините расширение глаз с раскрытием рук ладони. Это одновременное движение. Connecting with the heart. Но связано с сердцем. Connecting with the heart. Соедините это с сердцем. Не двигайте сильно руками. Сердце позволяет двигаться. Очень легкое движение. Оно связано с сердцем, непосредственно с сердцем. And connecting to the eye. И соедините это с глазами. No, don't move your hand up and down. Oh, yeah, close. No. Не надо вот так руками двигать. Hand вот так. Stay. Руки на месте. Не надо двигать don't вот так. Move your hand. Вот так не двигай, просто руки на месте. Only finger. Только пальчики. When you connecting with the heart, you feel so much chi right immediately. И вы как мгновенно чувствуете, как много энергии чи приходит в этот момент. Глаза и руки. Сердце, глаза и руки. And a lot of chi coming. Огромное количество чи приходит. Okay? Very, just like a heart movement. Boom. Это похоже как вот движение сердца. Раз и расширение происходит. А как пульсация сердца, как будто сердце бьется, но гораздо меньше. When you feel the heart pounding. Это упражнение нужно делать каждый день по много раз, пока мы не почувствуем, как энергия сердца не расширяет, не раскрывается каждый день. The eye open. Глаза раскрываются. Hands spread out. И расширяются руки. And release. И расслабляемся. You look at the palm. И смотрим как бы на руки. You got here, here. I, they are all connected. I, my heart power. Дело в том, что вот эта часть связана с глазами и сердцем. Это как бы сердце, сила глаз и ума. Should I do that? Let's do that. Давайте вместе еще поделаем. Smile to the Dantian, smile to the palm. Улыбаемся Дантиану и улыбаемся ладони. Вот к первому движению, которое я показывал. So the first thing you have to be this, so you understand up. Да, давайте встанем вначале. So first, you think you have to your hand you have to twist like this. Итак, нам нужно вот так вот вращать руку. You twist. Like a roof.
Вот, как будто наподобие крыши возникает такое. First, как крыши, форма крыши. Hole, and вот сначала ладонь скручиваем, вращаем. Okay. And you hold the wrist, elbow, and you turn. И удержим локоть, как бы скручиваем. And your hand become like this. И образуется структура, похожая на крышу. Is on the wrist here. И вот здесь, в запястье, возникает огромная сила. The roof. Видите, крыша у меня такая образуется. Okay. Крыша. And крыша. First is the elbow move. Так, и локти двигаются здесь. First is the elbow move first. Первое это движение локтя. And I, when you open, когда видите, раскрываются глаза. Relax. Расслабляемся. Now, I open. Опять глаза раскрываются. Relax. Расслабляемся. I open. Like this. No, no, don't turn this way. Вот не надо так поворачивать. By a roof. Наподобие крыши, форма крыши. No, go like this. No. Не надо вот так уже скручивать. By a roof. Крыша, крыша, форма крыши. Near your nose. Вот так недалеко на уровне носа. So the first thing is the roof first, the wrist first. Первое идет кисть, запястье идет вперед. Relax. Расслабляем. I open. Глаза раскрываются. Relax. Расслабляем. I open. Глаза раскрываются. Very important, but get the rib, the eye open. And you must get the power from here. Вы чувствуете, что сила должна отсюда идти. Работаем глазами. Мне как просто закрывать глаза. Don't turn like this. Не надо поворачивать здесь. You cannot. The power has to be on. See? Видите? So, you exhale. Is it when your whole all your whole body tendon are connect? Видите, все тело, сухожилия все объединились в одну структуру. Okay. So far. Don't lose the contact. Mm-hmm. Don't lose the contact. Mm-hmm. Hold your hand. Okay. So that's why you see. The power had to be on here. Дело в том, что здесь if you go like this, если так, так, здесь ничего не будет. No power. Each one have different power. Дело в том, что в каждой части имеет разную tendons. Все сухожилие имеет различную силу. Каждая okay. часть руки. So, запястье вернее. So, you see? Вот смотрите. Relax. Расслабляемся. И закрываем. Hand, finger open. Open. Раскрывай. Power on here. You see the hand have to be, you see? Here is loosened. Вот здесь вот, вот здесь надо, смотрите, она вот так relax. The power is on the wrist. Вот здесь сила, вот здесь. Мы толкаем эти место. Power is on the wrist. В запястье наша сила. Because that is where the tendon connect. And you get a tendon power. Вот таким образом соединяются все сухожилия и образуется сила. And relax. Расслабляемся. Open. Раскрываем, раскрываем. Spread your finger and push. Exhale. Open eye. А теперь на выдохе. Вдыхаем. Вдыхаем и на выдохе расширяемся. Spread out. Раскрывайся. Ah, what more on the back. The hand hold. Not go like this. Вот не так, вот не так. Not go like this. И не так. Don't go like this. Не так, то есть руки. Your hand hold. Я вот удерживаю. Your body fall. И вот смотрите, падает тело. Leg together. Ноги вместе. Hand hold and you fall.
Now, the one that going to be to do, you don't you exhaust when you yin, you exhaust the force. Don't too much. Да. Поэтому don't когда, go like this. Смотрите, когда мы в йенской стадии. Don't go like this. Смотрите, не делайте так. Don't go like this. Не делайте так. No. When you fall down, когда мы есть, you hold. Мы вот так удерживаем. You say, when you fall down, you enough, you hold and you open. И когда вы чувствуете, что вы достаточно как бы упал, now, yin, опять мы янский становится. Ян. Ян. Форма инь. Впитываем ян. Оттолкиваем. Инь. Ян. Инь. Ян. Инь. Ян. Ай. You're gonna see when you open your eye and spread your finger, you get power. И таким образом вы можете легко заметить, когда вы раскрываем руки, пальчики и открываем глаза, мгновенно возникает большое количество сил. When you don't spread your eye, когда you don't open your eye and don't spread your finger, you don't get enough power. И no candle. Потому что если вы не будете достаточно широко раскрывать глаза и раскрывать пальчики, то у вас не возникнет эта сила. Again, the one that fall very important also. Legs together. Ноги ступни вместе. Hand hold, not fall. So you fall, the body fall down. Я как вот тело падает. So you exhale a little bit. Мы впитываем как бы силу. Впитываем инь. Эта фаза идет. Ян. И ян отталкивается. Ян is here. Not like this. Ян. Вот ян не так. No. Это не так. Ян. Ян. That's it. Чуть-чуть. And you feel the power go out. Но мы чувствуем, что сила как бы из этой точки идет туда. So look here. Смотрите еще раз, это очень важно. Four. You see? Видите? Not like this, you see? Вот не так, смотрите, не так. Not like this. Не надо так. You have no tendon part. When you do like this, you're using your muscle, you have no tendon. Дело в том, что если вы так будете делать, то вы будете использовать силу мышц, а не сухожилий. А это совсем другое. And you can see the power eventually bow back, tremendous power, bow back. Bow. Boom. А, это как бы такое упругое отталкивание возникает. Because it's the tendons. Потому что сухожилие. The jing power. Такая сила jing. Okay? So, stand up, get a hand. Теперь встаем, пару разбиваемся в медине. Там. И большой палец. And middle finger. И средний. Okay. Shake your hand, rest, rock away. Так, встряхнем. Руками немножко походим. Нужно, чтобы это сделать одной структурой, нужно лопатками работать. If the scapula movement. Это движение лопатки. Смотрите, вот здесь. Relax. Чисти. Expand. И расширяем. The scapula now. Но the people that you touch. So touch the scapula, touch the scapula. Вот это лопатки. Вот я их нахожу. Now the scapula closed. Дело в том, что они узкие, я их вот можно найти. Вот now они. My scapula open. А вот они раскрываются, и здесь их невозможно найти. Круглые. Scapula closed. Опять, вот они проступают. But you don't move your hand too much. If the scapula move you out. Дело в том, что руками не двигайте, лопатки выдвинут вашу руку. Поэтому не рука двигается, а лопатка. You have to understand the scapula is when you do like this, the scapula are connecting to your rib cage. И когда вот так вот двигаемся, выдвигаем, лопатка, она структурируется и становится единой с вашими ребрами. And the rib cage connecting to the spine. А дело в том, что ребра-то у нас как раз и соединены с позвоночником. And the spine connecting to the lumbar. А позвоночник соединен с копчиком. And the lumbar connecting to the hip. А и в свою очередь крестец связан and с бедрами. Connecting to the tibia bone. Да, и с бедрами. And connecting to the leg. И дальше с ногами. The heel. And the leg. Значит, коленки, пяточки. Yes, it's a whole piece there. И тогда это все становится единой структурой, единым как бы куском. But the scapula is very important. И поэтому вот с этой точки зрения работа лопатками крайне важна. You know, tiger walk. Дело в том, что смотрите, как тигр работает. Вот работа тигра идет. And when tiger like it, you
boom, you fly away. Дело в том, что если тигр так двинет, то вы улетите очень далеко, потому что это сила лопатки. Tiger, I went, ha, ha. This is the scapula. Движения этого рода, они идут лопаткой. We don't have the scapula power, because we don't practice them. Потому что у нас-то нет этой силы лопатки, потому что мы ее не тренируем. Now, if you practice all these tendons, you, until you're very old, you still can move around. Дело в том, что если вы будете тренировать сухожилия, даже несмотря на то, что вы будете в очень преклонном возрасте, вы все равно будете делать достаточно хорошие, удивительные вещи. Tendons, tendons grow very slow. Дело в том, что сухожилия, они растут очень медленно. Now when you do when you do yoga in the wrong way, you stretch the tendon loose, but you don't grow the tendon. Дело в том, что если вы выполняете йогу неправильным способом, вы просто растягиваете сухожилия. Это не очень полезно. There's a lot of people now have problem because they do the yoga in the wrong way by stretching their tendon long. И дело в том, что сейчас в настоящее время огромное количество людей, которые занимаются йогой, имеют большие проблемы, потому что они неправильно растягивают сухожилия. So the tendon become loose, but no strong, not strength, no strong, not strength. Но, значит, сухожилия не должны быть растянуты, но не слабыми, они должны быть сильными. Tendon had to be loose. Они должны быть расслаблены. Tendon had to be flexible and strong. И таким образом сухожилия должны быть гибкими и сильными. And that's what you're doing now. Вот что мы сейчас отрабатываем. So the position next, the same position. То же самое позиция. The same position have to do all through the whole body, and we change the position. Дело в том, что этот комплекс позиция тела одна и та же, просто мы немножко now, направление. The first thing you do is inhale. Видите, мы как вдыхаем. A little bit, exhale. Немножко. I mean, I show you a little bit more exaggerate. Дело в том, что я как бы таким способом утрированным делаю, чтобы вы поняли лучше. And the scapula. И вот так лопатки. Видите как? The scapula move first, and the wrist and elbow and the wrist. Затем локоть и кисть, запястье. Remember one thing: the less movement you do, the more tendon you go. И помните, что чем меньше движение, tendon and bone working. Дело в том, что чем меньше движение, тем как бы сильнее работают сухожилия и кости. Это вот не то, что нужно. That is not tendon, that is muscle. Это не сухожилия, это кости, мышцы. Okay. So you see here. И вот смотрите здесь. Resting. Расслабляемся. Expand. Расширяемся. Now we in one with the chin now. А теперь вот смотрите на подбородок. Включаем. The chin and the C7 connecting together. Дело в том, что подбородок и точка C7 на спине, они взаимосвязаны. Now, in the West, they discovered that when you make the chin and the sacrum like this. И вот на Западе обнаружили, если мы так делаем подбородок. И... The sacrum and the cranial are tendon connect. Like this, they don't connect. Дело в том, что вот только вот так они не связаны, то есть имеются сухожилия, копчика like и затылка. А, вот, tendon... а таким образом... Когда мастер Че показывает, тогда происходит растяжение. И они начинают как бы вместе функционировать. When you like this, no. А вот так они не функционируют. Like this, а вот только в этой позиции они активизируются. So the chest, you see? Смотрите на мою грудь. The scapula movement. Видите, движение лопатки идет. So the arm not move. Рука не двигается, смотрите. Рука не двигается. А двигается лопатка. The scapula move. Движение лопаткой таким. And follow with the elbow little bit and the wrist only. И немножко, чуть-чуть идет движение в локте и чуть-чуть. So you get more power now on the scapula. И таким образом возникает большая сила. Теперь движение, видите, сила идет из области лопаток. Here, you see? Видите, вот здесь вот, например, вот этой точке. Relaxing. Расслабляемся. И... Yang. Yang. Inhale. Exhale. Вдыхаем, выдыхаем. Inhale. Вдох. Exhale. Выдох. The scapula move. Это движение в лопатках. Смотрите. Inhale. Вдох. Exhale. Выдох.
Inhale. Exhale. Okay? Хорошо. Встаем. I tell you, after one or two days, you feel here, then, there, because the tendon. И пройдет еще вот один-два дня, и вы почувствуете боль, вот будет возникнуть боль, это ваше сухожилие начнет. Don't worry about it. Но вы не беспокойтесь об этом. Это возрастает ваша внутренняя сила. Okay? Итак. Одни потом отработали. Exhale. И выдох. Кабра. Chest sink. Видите как? Грудь входит, а лопатка двигается вперед. Exhale. Вдох и выдох. Very gentle. Очень мягко, спокойно. Open. И раскрываемся, расширяемся. Roof, roof. Крыша, like крыша. О, roof. Форма roof. Крыши, навес see? Такой. No, like this. Да вот, немножко не так. Вот смотрите, вот так. Точнее выстраивайте движение рук. Точнее движение. Выстроить. А, power from here. Сила отсюда идет. Okay. Not too much. Это just очень много. Easy. Очень много. That's it. Okay. Да, вот так, хорошо. Okay. Let's do once more. Еще раз делаем. Inhale. Вдох. Very gentle, very relaxed. Like rubber. So what's mean like rubber? Смотрите, как вот ну, как резина такая, да, таком, как будто растягивается. Like rubber. Feel like rubber. Ну почувствуйте, что вы как резиновая, вы как будто вот из резины сделаны. Fingers spread out. И руки так расширяются, глаза расширяются. Scapula, scapula, scapula. Движение лопаток идет. Scapula move. Двигаться. Найдите свой нос и рядом постройте крышу. Roof, roof, крыша. Roof of the house. Крыша дома моего. Scapula move. Лопатки двигаются. Camera moving. А вот теперь сделаем такое движение, оно называется движение кошки, или кошачье движение. Cat. Cat. Движение кошки. Cat like tiger. А кошка как тигр, она подобна тигру. Немножко походите. Use a lot tendon. Дело в том, что мы используем. You need to rest them, shake them, loosen them. Мы поэтому, так как много работаем с сухожилиями, нужно их встряхнуть и расслабить. Походите так. И я. Я. Relax like rubber. Расслабьтесь и будьте подобно резине. Same thing, crest here. И то же самое сюда будем толкать. You see the power. Смотрите, сила так возникает. But a lot of you are leaning. Not lean, not like this. Но. No. Ну вот не так. Не то, что мы no. заваливаемся. Не надо заваливаться. It's the power. Но это силовой такой толчок. Обратите внимание. Это такое движение силы. Это не падение центра тяжести, да? Now the same power. Basal skull and the C7 together. И дело в том, что та же самая сила здесь и здесь она одинакового рода. One hand here, one вместе. Hand here, смотрите. Одна структура. Okay. The partner that helping you, don't push too hard. Give you a little bit resistance and feed you back that you do it right. И самая здесь главная задача в парах, сейчас мы будем работать,
Сильно не толкайте, это самое главное. Только помогите партнеру вашему почувствовать, как он вас немножко отклоняет. Okay. Поэтому сильно не толкаем. Вот она, одна линия. Одновременно толкаем назад. Straight. Линия прямая. Вот straight. Вот, да, вот, вот это то, что нужно. C7 and the base of scalp are the about one alignment. C7 и основание черепа единой, становится единой структурой, единой линией. Мягко, не применяйте большого давления толчка, не делайте большой толчок. Силу не применяйте излишне. Без толчка. Шея должна, и выпрямляйте эти две точки, делайте их прямые. А? То, что когда мы все это делаем, мы подобно резине, мы очень расслаблены и текучие. И теперь отработаем вот этот принцип быть расслабленным и текучим, как резина. Near your nose. Работаем у носа, на уровне носа. Your nose. Вот нос, видите нос, да? The roof near your nose. Видите, everybody. Верхушка крыши на уровне носа. Elbow sink. И немножко локти в... Inhale, relax. Exhale, eye open. И раскрываем глаза, структуру формируем. Inhale. Выдыхаем. Inhale. Exhale. Lie a roof. Lie a roof. Крыша. No, you are like this, you not lie a roof. Это вот не крыша, вот крыша. Не так, это не крыша, крыша вот. Lie a roof. Вот она, форма крыши. Elbow. Локти вниз смотрят. Lie a roof. И тогда образуется форма крыши. Don't move your shoulder. Don't move up and down. Не поднимайте плечи вверх и вниз. Это не нужно делать. Они как бы внизу. Scapula. Лопатки двигаются. Inhale, exhale. Вдох и выдох. Inhale, smiling, relax. Вдох, and exhale, eye open. Inhale. Exhale. Выдыхай. Дайте мне посмотреть, как вы работаете грудью. Let me see your chest, продемонстрируйте мне ваше высокое мастерство. Expand, contract your chest. Very important your rib cage. You know, we don't have enough power. All the tendon in the between the rib cage is weak, cannot breathe. Дело в том, что если вы не работаете так грудью, у вас, значит, будут слабые ребра и те сухожилия, которые находятся между ребрами, и тогда у вас очень, они будут очень слабые, и у вас начнутся проблемы с дыханием. Смотрите на видео. Неотретушированная жизнь современных йогов, объединенных идеей познать самих себя. Вы познакомитесь с тайными техниками, передававшимися веками от учителя к ученику из уст в уста, оздоравливающими организм, тело, ума
регулярное выполнение которых приведет вас к совершенству духа. Вместе с мистиком Андреем Лапиным вы побываете на Амазонке, в Африке, в Индии. Серия видеокассет и DVD студии Джоти «Эзотерика». Рубрика «Беседы ни о чем» с Андреем Лапиным. Не замерзай, акуна матата. Этот фильм посвящен развитию сознания, техникам, с помощью которых можно подготовить тело для пропускания тонких энергий, развить энергетические центры чакры. Вы узнаете, как навсегда расстаться с эго, что такое медитация, самонаблюдение, самадхи. Андрей Лапин. Реализация за одну жизнь. Одно только небо. Это путешествие с Андреем Лапиным в мистическую природу человека и мир безусловной любви. Вы побываете в древнейшем месте силы, в Гималаях, на севере Индии, в Кедарнате. Вместе с нами вы войдете в тайну тайн, каменную хижину высоко в горах, где медитировал великий Шива. Вы увидите старцев с удивительными глазами, не покидающих этот храм. Вы изнутри ощутите энергию того места, где провела 300 лет Парвати, ожидая своего любимого Шиву, медитирующего в горах. Вы побываете в древней Агре, в величественном храме Тадж-Махал, и узнаете историю любви, в честь которой он был построен. Экспедиция в древнюю Индию со знатоком этой страны, мистиком Андреем Лапиным. Одно только небо. Эволюция сознания Вселенной. Что такое предельное развитие человека? Возможно ли стать совершенным существом в этой жизни? Какие методы и техники существуют для того, чтобы открыться движению энергии Вселенной, в которой не существует смерти? Все это и многое другое в «Эволюции сознания Вселенной» с Андреем Лапиным. Что такое трещина между мирами и как пройти через нее? Как войти в осознанный сон и путешествовать в сновидение? Перепросмотр, йога-нидра, переход в иную реальность. Сон Нагваля вместе с Андреем Лапиным. Как стать спонтанным и навсегда покончить с автоматическими реакциями? Можно ли в поисках неведомого полностью довериться силе? Как освободиться от энергетических червячков, оставленных в нас людьми, в которых мы были влюблены? Как воспитывать детей, не растрачивая свою личную силу и не отнимая ее у них? Возможно ли вытащить копье своего внимания из человека, которого мы любим? Дыхание Вселенной или отрыжка авокадо? Вместе с Андреем Лапиным. Студия Джоти предлагает вашему вниманию серию видеокассет 18 наименований с практиками даосского мастера Мантека Чиа. Это полная система даосских дисциплин для совершенствования тела, ума и духа. Уникальность серии в том, что вы выполняете техники вместе с мастером, исключая их неправильное выполнение. 4 позиции серии посвящены боевым искусствам.